Здравствуйте, мои дорогие зрители, меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня забежала в магазин «Лето» посмотреть ассортименты орхидей, и смотрю, здесь очень много красоток. Сразу в глаза бросается пират Пикати, вот такой красавчик, их здесь несколько штук, очень красивый. И много-много других очаровательных красоток, очень много биглипов. Розовые, белые, по-моему, где-то я еще видела бордовый биглип. Давайте посмотрим повнимательнее. Орхидей много-много. Смотрите, свежие-свежие, все на бутончиках. Очень красивые. Смотрите, какая прелесть. Сестричка Леодоры. Очень сильно похожа. Их здесь много, кстати. Очень красивые, по-моему, даже они ароматные. Ну, легкий такой аромат, и только в первой половине дня. Вот стоят красотки практически черного цвета. Очень красивые. Темные-темные, свежие-свежие. Вот еще биглипов. Биглипов здесь целая полянка. Вот таких вот нежных-нежных розовых. С такой вот легкой полосочкой. И, кстати, смотрите, какие красотки здесь. Дасти Белль просто. Ой, какая красота. Они ароматные. Их много-много, листьев краб. Это мультифлора, поэтому дома всегда будет радовать пышным, красивым цветением. Они, по-моему, да, в девятых горшочках. Очень красивые. Кто хотел, обязательно приезжайте за Дасти Белль. Это парфюмерная фабрика. Вот такие красотки. Очень красивый, насыщенный цвет. У меня сейчас дома распустилась Дасти Белль бабочка. Я просто не могу налюбоваться. Класс. И еще вот такие желтые мультифлорки. Так, ценничек у них 1150. Вот такие красавицы. И, кстати, здесь очень много азиатских орхидей. Очень-очень много. Так, это супер новиночка. Приехала с сайта Орхарай в Лето. Посмотрите, какие красивые. Это все азиатские подростки. Они прям на складе зацвели. И их привезли в магазин на продажу. Вот такая вот красота. Кремберри чача 550 рублей. Здесь есть вот шикарный биглип тоже 550 рублей. Пойдем, я покажу. Шикарные мультифлорки. Они все идут в размере 1,7, но уже вот цветут. Посмотрите, какая прелесть. Поэтому есть уникальная возможность приобрести себе азиатскую цветущую орхидею. И недорого. Вот это, по-моему, даже ароматное. У них у всех есть картиночки, можно даже сравнить, да, как распустились, как заявленные, как распустились. Ну, очень красивые. Вот ценнички, я думаю, даже все видно будет на экране. Поэтому приезжайте, забирайте таких красоточек. В магазине «Лето», кстати, очень много азиатских орхидей. Здесь подростки в размере 1,7, в принципе, по очень доступной цене. Поэтому, кто любит азиатов, есть возможность приехать и прям выбрать из большого ассортимента то, что вам понравится. Здесь и бабочки, и пилорики, здесь наклеечки на них. Вот, и можно повыбирать разный размер. Вот такие. Вот здесь сразу бабочка вот такая красивая. Кстати, посмотрите, тоже ароматные-ароматные. Цвет очень красивый, насыщенный такой. Разные они, очень красивые. Вот смотрите, только-только распускаются такие красивые маленькие цветочки. Обалденно. Мне очень нравится. Кстати, внизу стоит орхидейка Поттер. У меня сейчас тоже дома цветет. Великолепие. Так, и стеллажик еще с орхидейками уже в размере 2,5, также азиатами перенесли. Кстати, смотрите, здесь у многих растут цветоносики. Вон, смотрите, цветоносик. Вот он, видите? Вот цветоносик. В общем, здесь тоже будет красивое цветение. Вот цветоносик. Кстати, смотрите, какая красотка. Ароматная. Ой, смотрите, тут все на цветоносах. Все на цветоносах. Очень круто. Вот тоже цветоносик. Кстати, у красивого биглипчика вот цветонос растет.
Так что можно взять себе очень интересный экземпляр уже с цветоносом. Видите, вот у азиатской орхидейки стоимость 790 рублей. Ну, кстати, сейчас никаких... А, нет, вот, есть акция при покупке азиатской орхидеи, саше пакетик в подарок. Вот, так что вы еще и ЦИОН получите в подарок маленький пакетик на пробу. Также есть очень хороший мох, кстати, подорожал, был намного дешевле, вот, но он очень хороший, он стоит своих денег, его хватает очень-очень намного. Ну и, кстати, он был уже расфасованный, да, в пакетиках, сейчас я их не заметила, но он точно был, я не думаю, что все раскупили, поэтому можно, да, взять уже фасованный небольшой пакетик, его уже размоченный, можно так сказать. И есть удобрение. Фуджима, мое любимое. Здесь, по-моему, есть все и зеленые, и голубые. Вот. И цена здесь очень даже приемлемая. Ну, кстати, немножечко подорожали. 500 рублей. Вот эта вся пачка стоит 500 рублей. Хватает очень-очень надолго. Кстати, остался еще биглипчик. Такой же, как у меня. Очень классный. Стоит, кстати, очень долго. Но остался простой. Я себе выбрала с двумя губками почти все цветочки. Ну, а здесь вот он очень красивый, но стандартный. Очень классный. Еще есть. Поэтому, кто хотел, приезжайте, забирайте. Дошла до оценки. Оценки, кстати, очень много. Разные. Интересные расцветки. Так, тут немножечко неудобно, но я... склонюсь, так сказать, над орхидейками. Все они от GMP. Нет, не все. Думала, все. Нет. Есть от GMP, значит, там название. Кстати, даже есть биглипчик по оценке. Так. 150 рублей. Слушайте, ну, надо брать, как думаете? Такого биглипчика у меня тем более нету. Давайте посмотрим еще. Ну, за 150, мне кажется, это вообще... идеальная цена. Просто я сейчас еду не домой и, конечно, возить его с собой в машине не особо хочется, но он биглип великолепный. В общем, не знаю, пока подумаю. Но много, очень много интересных орхидей, интересные расцветки. Также есть и минички. Давайте посмотрим. Мини по 300, я так понимаю. Это, наверное, их цена. Да, 300 рублей. Вот, кстати, вот это вообще классно. Будет какого-то розовенького, скорее всего, цвета. Очень много у нее корней. Шейка чистая. Вот, вообще идеальный экземпляр. Ну и таких тут, в принципе, несколько. Очень даже симпатично. Вот 300 рублей. Вроде бы все по 300, не знаю. Не все посмотрела, но, наверное, все по 300. Ой, посмотрите, тут еще шикарный есть вот такой вот розовый биглип. Тоже по оценке. Вот, в принципе, если прям зачистить, поубирать, но он 500 рублей. Здесь вот с шеей непонятно что. Ну, а тот с корневой у белого, да, с корневой проблемы, он так с розеткой вроде бы нормально. Блин, если бы ехала домой, точно бы взяла, а сейчас вот сомневаюсь. Сомневаюсь, брать или нет, потому что в машине не оставишь, да, замерзнет. Долго придется уйти. И вот еще оценка. В общем, оценки очень много. Я так понимаю, она от 150 рублей. Тут не очень удобно, потому что съемка такая немного тудым-сюдым, так назовем. Вот. Kiwi Beauty есть. Это, по-моему, даже что это? Ravella, скорее всего. Это цветающий. Ну, кстати, по розеткам они нормальные. Как корни, конечно, заставляют желать лучшего. Да, их придется наращивать, но в принципе, давайте посмотрим цену. Это 500. Это 500. Ну, тут есть что спасать, да? В общем, ну, если прям порыться, можно выбрать себе интересные экземпляры. По акции получается, что, так, по-моему, третья орхидея по цене 10 рублей. Сейчас проверим, сейчас почитаем с вами, там написано было. Вот, смотрите, получается, третье растение, да, оно будет как за 10 рублей. Вот. Ну, скорее всего, я, наверное, на обратном пути, если буду ехать, и она будет стоять, я ее возьму. А пока нет, это только, знаете, в машине оставлять, очень холодно, будет еще хуже. Поэтому пока оставлю ее здесь. Вот такая красота сегодня в магазине «Лето». Есть что выбрать, орхидейки свеженькие, очень красивые, на любой вкус и цвет. Ну, а я уже поеду, насмотревшись красоты, поеду домой.